Девочки, доброе утро. Вышла выпить кофе перед тем, как поведу Миленку в школу. Потом, как всегда, пойду гулять. И взяла телефон. Не знаю, получится или нет. У меня ласточки летают. Ну, вообще, прям над головой. Смотрите. Ой. Не знаю, не видела, получилось ли снять. Но такое ощущение, ну, прям вообще вот так вот пролетают. Девочки мне написали, что нельзя пить холодную воду. В общем, а я-то попиваю водичку с лимоном или с мятой. И, возможно, из-за этого у меня кашель-то так долго и не проходит, потому что врач сказала, нельзя горячее пить. И нельзя горячее, ну, в общем, горячее нужно, теплое питье и теплая еда, как бы, не есть, не пить горячее нельзя. А про холодное-то она мне ничего не сказала. Конечно, когда горло болело, я ни холодного, ни горячего ничего, естественно, не пила, но потом, как прошло, я опять жарко все-таки пить хочется, я воду прям с холодильника достаю и пью. Там смеется моя кроха. Так, ну что, девчулечки, всем хорошего дня, я иду на прогулку, думаю, что получится и там поснимать, поболтаем о чем-нибудь, так что, если интересно, то будем сегодня гулять вместе. Ленку отдала в школу. И направляюсь на свою любимую утреннюю прогулочку. Что у нас уже с утра, и уже жара стоит. Бассейн открылся у нас на этой неделе. Ну, смотрите, какая красота. Вот эта вот детская часть. И вот там вот для взрослых. И с вот этой субботы уже можно будет всем ходить, так обычно. В течение недели только школьники ходят, садик. И для взрослых двери открыты, ну как, да, это по-французски чисто. Посещения разрешены для всех только суббота и воскресенье. Стартую я сегодня немножко позже, 8:45, 8:46 даже. И что я хотела сказать про браслет. В общем, девчонки, зарядка продержалась всего 5 дней. Ну, 5 дней, можно сказать, так. Ой, какая сяпотенька малюсенькая. Какая хорошенькая. Зарядка продержалась 5 суток и одну ночь. В общем, 7 суток часики не выдержали. Прошлые держали зарядку больше, но, конечно, возможно, это и потому, что здесь более, наверное, мощный вот этот вот цветной браслет, это первое. Второе, я частенько смотрела на пульс, давление мерила не часто, только когда ходила на беговой дорожке, ну, в общем, слышу, чувствую, что что-то сердечко уже слишком быстро бьется, и кровь пульсирует не по-детски, как говорится, и тогда только мерила давление. А так, в принципе, использовала его так же, как и прошлый, но зарядка не держит так, как держала в старом браслете. Пойдемте в тенек и пообщаемся немножечко на скамейке, потому что я сегодня наметила не просто походить, а походить и побегать. В общем, был у меня период, когда я очень часто использовала интервальный бег, то есть 100 метров ты бежишь, действительно бежишь, затем бег трусой, и затем 100 метров ты просто идешь. И вот я сегодня хочу попробовать, пока еще не жарко, так что по пути поболтать не получится. Так, ну что, пристроимся здесь. Ой. Так, пересела я на другой бок, присобачила наушник, потому что ветер дует, чтобы было слышно. Блин, очки что-то у меня перекошенные, какая-то я вся сегодня перекошена. Ладно, девочки, в общем, пока есть пару минуток времени, я отвечу на вопросы по бизнесу, потому что очень многие спрашивают, что ж ты сказала «А», а «Б» не говоришь, как там, в общем, продвигаются работы, что там у тебя, какие... Нашла ли ты уже помещение, оформила ли ты предпринимательство, девочки? Да ну что такое, что ты будешь делать, какие-то очки у меня вообще эти непонятные. Все не так быстро.
Это первое. На 2 недели уже прошло с моих вот этих вот 4-дневных курсов в Chambre Métier. Это коммерческая палата на наш язык. И только на этой неделе должно прийти подтверждение, одобрение или же наоборот полная аннуляция моего бизнес-плана. И как они мне сказали, они отправят моему консультанту в Pôle Emploi, это в центр занятости, и параллельно пришлют письмо мне, не имейл, а именно письмо по почте. В общем, я заглядываю ежедневно в почтовый ящик, пока ничего не пришло. По поводу помещения. Помещение я ищу. Ну, девочки, вы тоже согласитесь, когда есть у тебя деньги, вот у тебя там 300 тысяч евро, которые ты можешь потратить, и ты ни о чем не думаешь. Конечно, все это намного проще. Когда же у тебя бюджет очень сжатый, то, естественно, ты больше времени, тратишь на поиск. Это первое. Второе, что-то как бы конкретно уже резервировать, пока еще тебе не дали добро. Естественно, мне тоже не хочется бежать по предбатька, как говорится. И следующее. Сегодня утром читала комменты. Девчонки, я не понимаю, к чему вот этот вот троллинг. Когда я говорила, когда я первое видео, когда я в таком состоянии была, довольным, что наконец-то центр занятости обратил на меня внимание, наконец-то они увидели, что у меня есть бизнес-план и что я хочу что-то делать. И когда я рассказывала, я говорила, что я не хочу упахиваться, как ломовая лошадь, и возможно, что придется, чтобы не совмещать то и это, если все получится с моим маленьким гостевым домиком. Опять же, я повторюсь, что я не собираюсь какой-то отель открывать. Это я не хочу рассказывать сказки, я не хочу врать, я рассказываю реальность. Это будет маленький домик. Возможно, это будет куплен обычный дом, который мы перестроим под гостевой дом, чтобы там в каждой комнате был свой душ, туалет. Ну, в общем, сами понимаете, гостевой дом, я думаю, что каждый был или на Азовском море, или в Крыму, и вы знаете, что это такое. И, естественно, этот дом должен быть с бассейном, что если вечером люди приехали с пляжа, то они могут попить коктейль возле бассейна, в общем, отдохнуть, полежать, расслабиться. И что сегодня опять читаю, как же ты не хочешь пахать как ломовая лошадь, если ты собираешься открывать бизнес, и у тебя еще 2 канала на YouTube. Девочки, я не понимаю. Вам делать нечего, что ли? Или почему? Такие вот странные комментарии. Объясняешь одно, как говорится, черным по белому написано и сказано, что будет или-или. Если не получится, то я останусь на YouTube, я буду это делать, буду продолжать вести свои влоги, каналы, кулинарный, может, еще какой-то, не знаю я. Но если получится, то, естественно, тематика видео, она или изменится, потому что я буду показывать, как я буду что это делать, и буду параллельно снимать, или же вообще не буду ничего снимать, потому что я, честно говоря, я не хочу. Я люблю, если работать, то работать в удовольствие, а не так, что надо то сделать, надо это. Это обязательство, потому что видео, они сами не снимаются. Комнаты сами не будут убираться, еда сама готовиться не будет. Естественно, я не все буду это тянуть на своих плечах. Это тоже было бы, неправда, если бы я сказала, что всю гостиницу я буду держать на себе. Нет. Я планирую, то, что я планирую, я планирую. Пока ничего говорить не буду, потому что еще даже план не одобрен. Так что, девочки, по бизнесу вот такие вот новости. Жду решения коммерческой палаты. Потом у меня будет встреча с моим куратором в центре занятости. И по решению коммерческой палаты тогда уже будем решать. Она будет подавать мое досье дальше на рассмотрение или же все. В общем, если ничего не получится, я просто, скорее всего, больше не буду числиться в центре занятости, потому что, какой прок? Зачем отмечаться, зачем ездить на вот эти все обязательные семинары, которые тебе ничего не дают, и помощи от них никакой не будет. Я не буду тратить свое время и не буду тратить деньги региона на, опять же, вот эти встречи, семинары, за которые регион, кстати, платит.
ты ходишь на них, это не бесплатно, потому что людям тоже, которые ведут эти семинары, зарплату нужно платить. Так, ладно, девчонки, побегу я заниматься своим интервальным бегом, и пока не жарко, потому что сегодня день обещает быть жарким. А то потом уже будет мне не до бега. Болтать, конечно, можно. Да что такое? Ничего не могу понять. То ли это телефон у меня. Может, это телефон как-то неровно. Такое ощущение, что вот эта вот часть очков, она... Ладно, девчонки, все, побежала. Так, ребятки, в общем, я уже дома и после душа. Что-то у меня сегодня вообще такой слишком лайф-влог получается. Парфюм утром не наносила, наношу сейчас, потому что знала, что приду вся мокрая. И это у меня, так, вот так правильно будет показать, это Hermès Jour, вернее Jour от Hermès. Ох, боже, как он пахнет. Обалдеть. Так, не показывала, я делала маску из горчицы. Девочки, нужен рецепт или нет, потому что я когда-то говорила, что... Сниму видеорецепт, так и не сняла. Видите, как наговорила. И ничего, так, наношу сейчас сыворотку вот эту вот от L'Oréal. Совсем немножечко. Что? Делала маску после прогулки. И хочу что-то такое легкое. Маску делала питательную. Из желтка, оливкового масла и петрушки. Тоже пишите, нужен рецепт или нет, потому что я не знаю. Что-то я предложила, что... А, суп, во, про суп, думаю, что я хотела рассказать, пока не забыла. Предложила суп, а девчонки написали, нафиг надо, мол, типа, он везде есть. Так что супа не буду. Девчонки, сколько ходила, не видела я эту женщину. Ой, у меня прическа, конечно, такая, ну ничего. Не видела я эту женщину, сегодня наконец-то встретили. Мы и с Миленкой ходили, и сама я сколько выходила. Гулять она стала раньше, потому что жарко, говорит. И я у нее спросила, потому что меня тоже интересует, ну как так в такую жару и ходить, извините, ну в шубе практически, потому что у нее баллоневый костюм такой, и под костюмом там еще и мастерка с длинным рукавом. И она мне говорит, что как бы, ну, человек, видать, всю жизнь так делает. Она говорит, нет, я привыкла, я всю жизнь с самой молодости, для меня это лучший спорт, и я не посещаю там специально спортзал, и это бесплатно, это на свежем воздухе. И, короче, я у нее спросила, потому что у меня девчонки спрашивали, а как этот суп она всегда ест или по каким-то дням. В те дни, когда она ходит, ходит она два раза в неделю, как она мне сейчас сказала, рано-рано утром. И вот в эти два дня она ест этот суп. В течение недели она ест багеты, она ест картошку фри, она ест стейки, стейкаше, равиоли. В общем, она ест все, что едят французы. Но она, ну, действительно, есть. Вот сегодня она расстегнула, вот есть, если посмотреть, то это ровно половина меня. Она где-то по весу, ну, я не знаю, наверное, килограмм 45. Вот так вот. Она немножко ниже меня, я 1,62 м, она где-то, ну, наверное, 1,58 м, 1,60 м максимум. И вообще вот такая, как щепочка. И говорит, я ем все, что я хочу, но два дня в неделю у меня разгрузочный вот этот вот суп. Я этот суп, кстати, тоже не сварила. Вообще так прикольно получилось. Первый раз не было сельдерея и лука-порея. Купила я лук-порей. Артур пришел, говорит, слушай, я такие шикарные морские гребешки купил, я приготовлю, но мне нужен лук-порей и куркума. Хорошо, ой, не куркума, кюри, господи, куркума, ну, оранжевая, одинаковая, по вкусу разная, конечно. Я говорю, ну ладно, потому что морские гребешки, их хранить нельзя, их надо есть сразу, все морепродукты, когда они свежие, их нужно есть свежими. Ну, в общем, дитё моё приготовило шикарный ужин. Естественно, мы улопали этот лук-порей вместе с этими гребешками. Было очень вкусно, кстати. Потом я докупила лук-порей и сельдерей, стебли сельдерея. И что вы думаете? Встала я утром, и так мне захотелось зеленого смузи с сельдереем, с яблоком и с киви. Ну, я весь этот сельдерей туда и усмузила. Так что суп до сих пор не варила, и даже... Понятия, мне девчонки написали рецепт, ой, бонский, кажется, суп бонский, но там 5 луковиц надо.
Если я приготовлю с 5 луковицами, я не знаю, мне кажется, меня вывернет. Я даже и ложки съесть не смогу. Во-первых, запах вареного лука я не перевариваю. И вкус, если это будет в бульон, ну не знаю. Ну, в общем, я попробую. Там девчонки тоже мне писали 3 литра воды. Если 5 луковиц, там килограмм, 5 помидор, 5 луковиц, сладкий перец, килограмм капусты, это супа хватит, не знаю, наверное, на всю нашу семью из 4 человек на целую неделю. Потому что, ну, я не знаю. Я настолько за вот этот период, девчонки, приучила себя к таким маленьким порциям, что я не представляю, вот как раньше вот эта вот квадратная моя тарелка в меня вмещалась. Для меня вот эта вот сейчас неглубокая тарелочка, в которую 150 миллилитров супа входит, я съедаю ее, и иногда я даже йогурт не могу на десерт впихнуть. Вот настолько за вот этот период с сентября, ну как я вот стала, последний мой рывок был похудение, это с сентября месяца, и вот по сей день. И как бы я ничего не набрала сверху, больше, ну как, худеется там, знаете как, перед нашими женскими днями может прибавиться килограмма, то и полтора, после этих дней наоборот. И то, что прибавилось, уходит, бывает и 700-800 грамм, вот так вот колеблется, но ничего с плюсом, я также продолжаю ходить, также вот на часиках все слежу, также контролирую свое питание и также придерживаюсь интервального голодания, как оно называется. Для меня это просто, называется очень просто, не жрать после 19. И как бы мне это помогает. Ладно, девчули, не жрать, не жрать, в общем, прожрать, поговорила прожрать. Пойду я сейчас... обед приготовлю. У меня еще глажки целая куча. Ну, в общем, день сегодня вообще загруженный. Девочки, приготовила я обед. Вернее, как приготовила? Достала из холодильника. Я вчера запекала лосось с травками, с овощами. И сегодня у меня остался один кусок. Я его уже, видите, разделила и убрала все косточки. И буду есть его в холодном виде. Знаете, как заливное. Вкус такой вообще классный. Порезала перца, порезала огурца, немного помидора. И сейчас, да, зелень. Думаю, что-то я еще хотела, чтобы красиво показать. И про зелень забыла. Ну, ничего. Смотрите. Тра-ля-ля, красота. В общем, зелень, и полью салатик вот таким вот, ой, что-то у меня теперь все руки в этой, в петрушке. И полью салат вот таким вот соусом, горчица, мед, совсем немножечко, только на салатик. И приготовила, опять же, я летом, я вот эту вот воду, я ее поглощаю литрами. Это сегодня не ледяная, а просто обычная холодная. Не знаю, может быть, из-за того, что я ледяную-то воду пью, я и от кашля избавиться не могу никак. И вот такой вот, сколько в нем, где-то 300 миллилитров, стакан холодной воды с половинкой лайма. Не лимона, а половинка лайма, зеленый лимончик. Так, ну что, мои хорошие, пойду я пообедаю и попрощаюсь с вами сейчас, потому что планирую гладить. Закрою сейчас все жалюзи, чтобы жара не заходила, и буду гладить белье. Все, хорошие мои дорогие, всем приятного аппетита, если у вас тоже сейчас обед. И жду вас на своем канале в моем новом видео. Пока-пока!